Независимая газета, ссылаясь на депутата Думы от КПРФ Валерия Рашкина, сообщила о том, что в правительстве начала функционировать рабочая группа, цель которой — подготовить новый этап повышения пенсионного возраста. На этот раз его хотят увеличить до 70 лет. И для мужчин, и для женщин. А все потому, что власти не удовлетворены итогами пенсионной реформы. Ведь предыдущее повышение было слишком робкое, несмелое. Правительство тогда не могло знать, что никаких забастовок не будет. А теперь оно знает, что повышение пенсионного возраста – это легче легкого. Уже и профессионализм имеется, и навык, и опыт. Вот лишние годы до пенсии – это десятки миллиардов рублей, сэкономленные для страны, а следовательно, лично для ее президента. В отличие от пенсионеров, президент поступит с этими деньгами концептуально, всемирно исторически и даже геополитически. А пенсионера он что? Он в рот себе затолкает, да и в унитаз спустит народные деньги-то. Вот почему нельзя пенсионеру народные деньги доверить. Нет в его пищеварении никакого геополитического смысла. Только непонятно, почему не до 120 лет. Пенсионер-то коварен, может долго прожить. Он же нисколько о стране не думает.